Траем. Могу предложить, я зададу на ДЦ, а литературивший по спеку. Вообще похуй, в каком он будет спеке, потому что, блядь, будете вдвоем в МК держать мобу. Почему нет? Я буду диспалить, а он в МК держит. На двоих. Чтобы двоих МК шли. Двоих в МК держать, понял? Что, заходи? Заходи. Давай попробуем. Попытка не пытка, блядь. Тогда баф. К нам в комнату. Я сейчас смекалку убираю, туда закидываю, какой молодец, и все. Еще баф истакуется или что? Да. Да. Так все-таки Торим сейчас правильно работает? Ну, он как бы правильно работает, просто у него дохуя хп, и у мобов дохуя хп. Такого, как бы, блядь, в классическом не было, блядь, личия. Типа, усложненный контент пока. Ну, блядь, хп здесь 38, оно должно быть 27. 27 и 8. А, нихуя, это мы добили бы, если бы у червонца не было тогда. Ну, у него 10 лямов хп, нахуй, лишний, блядь. И у мобов здесь внизу, у них максимум должно быть, блядь, 180 или 190 тысяч хп, блядь. На форуме писали, блять, Накс типа апнули, нахуй, после того, как его закрыли, вот вам шкаф, нано. Шкаф. Киньте шкаф, хао в ДЦ, Лёха спекнись на всякий случай в ШП, вдруг там какая-то хуйня, может придется тебе подамажить, понял? Но основная задача, блять, это взять МК. Окей, сейчас. Только чтобы они одновременно еще не брали. Ну, первого один возьмет, второй второго, все. А как часто он этот сплох кидает? Постоянно. Каждые 10 секунд. Избить ее нереально. Он кастует ее 0,3 секунды. Это нужно быть, я не знаю, блять, вангой. Ну похуй, ясно. 10 секунд есть, короче, типа занять позицию. Да. Потом 10 так, секунд, кушать рыбу. Прибежать. Хау, ты поел? Не, ну и первый молнии не ваншотит. Хао, ты тут, не? Да, что такое? Ты, говорю, рыбу поел, не? Да. Дайте бафы по Хао. Каска, лапа, МП5, пристабаф сам себе можешь дать. Так, Лёха, ты спекнулся, да? Да. Чё, Сань, я первую юзаю или ты? Да смотри сам, я первый. Юзай ты первый, он пока похилит, а потом он заберет еще одного. Окей. Так, все то же самое. Только не сдыхаем, блядь, как бомжи. Поехали, пульти. Нормальная стал. Тактика. Идите к воротам, кто заходит. Кто в комнату идет, идите туда быстрее. Незваные гости. Вы заплатите за то, что посмели. Хан, за нами просто бегай и все. Саня, так же, как и литературе, прям в центре вот тут встань, прям в самой середине и все. Так, смотрите, сейчас за столбиком. Защитник, пробудитель. Пробудителя играем. Защитника все бьем.
Так, сейчас давайте быстро на правую сторону, пока есть время. Рога. Уже можем. Пробудитель. Туда. Может, эвейжен там нужно всю хуйню, блядь. Налево сейчас перебегаем, налево. На левую сторону, ой. Вода, держим. Все. Заходим сюда. Костюмы можете купить. Бери МК. В этого сыграть сразу. Смотрите, все, взял, он... взял, блядь. Все, играйте. Пробудителя все. К черепу не подходим, отошли все. Там рога, может, клиф подрубили, заклевут не бог. Таном ему эту хуйню может сделать. Завоеватель вышел, бери его, Саш. У нас два их сейчас. Да. Все, красиво. Два бафута. Блять, как под Герой, заебато. Ебичи скосил. У меня 0.68 скорость атаки, блядь. 1.3 это цепнуха. Завоеватель. А че? Блять, срез как отъехал. Убили. В меня заехали все пацаны. Бля, завоевателя никто не. Васек, дай срезу БР. Каст, здесь бей рога. Ну, кинешот он, блядь. Завоевателю влетишь? Ну. Ребят, завоевателя надо чуть ли не самого первого убивать. Защитники вообще на самом. Не, рога, киднишотом каз сбивается. Пробудители. Либо чипом. Спасибо. Поднимаем этого бой. Вот этого сразу сливаем. Второго сливаем и наверх поднимаемся. Только вперед войда не бегите. Вот ты сам первый поднимаешься. Че, одного потеряли, да, мама? Держите двоих. Я второго, держу. Просто сбрасываю. Да, сбрасывай. Этих даже не трогайте же. Блять, где он? Да вон он, ты же что, не видишь? Да нет, тут моб-то чё спустился? Да хуй их знает. Контроллер раздайте. Всё, наверх поднимаемся. Всё, не трогайте этого, Маня. Вот, пробудителя быстро. Блять. Это всё, это мы закончились, блядь. Без вариантов. Там и завоеватель, и 5 защитников, все, без вариантов. Ну пробуй, я хуй знаю. А что пробовать, блядь? У нас сейчас все сдохнут мобов, миллиард в комнате, блядь. А, у вас там тоже. Смотрите, пробудителя убиваем первым. Завоевателя вторым. Вот эти, которые крутятся, на них похуй. Надо пробудителей, просто... завоевателей лопать, блядь, быстро, потому что они дают ауру, блядь, по мобам, это начинается пиздец. А кто дает стан? А которые крутятся, они чаржатся. Да, вот просто, допустим, я держу моба, и мне дают стан, и мне приходится опять его. Ну ничего страшного, это не критично. Не, это ничего страшного просто. Вы еще все своих завоевателей, которых вы взяли, вы ими тоже нормально в центре стойте, не бегайте никуда. Молния они... через вас идет дальше по рейду. Только что сделал, видел меня, как от башни било по завоевателю, который в контроле, и дальше молния пошла. Сейчас, конечно, четко вообще с этой хуйней, блядь, ДПС это хуя, просто с мобами что-то не фартануло, блядь. А, ну может... Мы надамажили, блядь, пиздец, посмотри, сколько, блядь. Я просто в один момент, ну, отвожу завоевателя, чтобы снова его замкашить. Да, так оно, да. Да, отводи его в печеньку, блядь, если что, понял? И что-то ты, Саня, кажется... тоже в печеньку, и в печеньке там уже будете, блядь, обновлять. Что из-за того, что моб побежал... вниз, вот этот на ступеньках, который стоял, из-за этого больше мобов вышло. А, типа заявился? Нет, он, короче, стоял на ступеньках, и мы поднимались наверх. Там прислужник этот, который кастует, его начали бить, а стражник, он побежал вниз. Я пока прокинутый был, он убежал за угол, блять. Ну мы их типа хуй на него забили. Может, он вызвал еще подмогу, блять. Да, но у нас мобов появилось очень много, блять. Ну, вот как раз, когда он убежал. Как раз, когда он убежал. Чисто повезло. Давайте быстрее подбегайте, да? Сюда, блядь, ешьте рыбу. У нас 20 минут есть, надо еще потратить. В принципе, сейчас намного интереснее пошло.
Бля, еще пацан. Егор дохуя вливает мораль, я срез, тем более умер, он вообще клевал красиво. Я в туалет отошел. Давай быстро. Надо сейчас моба не отпустить, потому что, мне кажется, из-за моба все-таки. Он убежал, корешей позвал. Блядь. Может быть. Возможно. Мне кажется, типа, ну как раз типа потому, он завейдил, что они арестовались или еще? Он побежал к решетке, вот откуда мы зашли, он туда побежал и походу позвал еще мобов, блять. Типа скрипт какой-то работает или что, блять. Хм. Он пошел на Арчи, а Арчи-то тут на арене. Так он, так вот ты видел то, что он сам убежал, то есть? Ну... Да, он Арчи в цель выбрал, пока я валялся, блять, и за угол побежал туда. Нет, так мы его пиздим, типа, он... что за бред, мы же его пиздим. Арчи, скажи честно, ты предложил ему, блять, на коня нахуй накатить, что он цепь я побежал. Было дело, нет, блядь. Давайте бафы, лапа, пристабаф, вся хуйня. Арчи, ты уже 16-й? Что 16? Он же был 209, блять, у него. Он показывает, что 16. Что на любого, на видео, где все сейчас 16 будут. А, ну ты. Я же такой думаю, нихуя, подкачался вообще. Так, на фласке это перепейте у кого-то. Шел второй год контента, блять, столовка до сих пор 207, блядь. Стабильность. 209 столовка. 207. Да даже 6-го нет, я бан. А, есть, подожди. В смысле, блядь, это что сейчас нету шеи? Это что сейчас было? Вот. Я просто иконку смотрю, что за параша иконка. Я там навожу, а это, блядь, шея. Я вижу, танк шея. Все, нахуй, царя. Попутал, нахуй. Сука, срез. Настя, литературе. Суф. Литературе там шланг свой осушает, блядь. Да не, он уже тут. А, он уже шал этот обоссаться пошел. Я по привычке не отнажала. А с тобой все ясно. Ты по привычке, да, себя не творишь? Заходите за ворота. Леха, как придешь, отзовись, блядь. Я думал, он тебя слышал. Лёха! Я думаю, мы увидим, что он пришел. Кажется, унитаз провалился просто. Нога в унитазе застряла. Ну да, кстати, может, блядь. Походу, я туда башкой макал, блядь. Он тут. Еще раз чек даю. Туалетные водички впитал, да? Все тут поехали. Спань. Блять, вы идите к воротам. Саня, ты нажмешь? Незваные гости, вы заплатите за то, что посмели вмешаться. Погодите, вы? Я помню вас. Это было... Давай, пошли, бойцы. Что это? Пошуршали. Мой повелитель, зачем еще явились сюда эти чужаки, если не... Этих не напуливаем, просто убиваем. Их нужно остановить. Кого этого играть? Так, вот сейчас наша вышел, тут кого надо за МКшить, тогда будет все охуенно. Работаем, пацаны, берем МК. Беру. МК с этим прислужбе покикать? Может, не с креста, если что. Туда не подходите. Берем МК, берем все. Тихо, стой. Все, побежали по правому. Вот снова возле квадрата. Сейчас налево перебегаем. Давай, Рога, дебань, кидай, ты не годишь. Обратно направо перебегаем. Побыстрее надо. Поливаем резко. Максим череп.
Ой, да, там, пойди. Заходим. Отошли от черепа. Хан, ну что ты делаешь, блядь? Сука. Не надо спешить. Пусть устроит до конца контроля. Не, наш хан. Прислужник, играй. Это честь. Твой... Мой хан. Да не, мы не, тут промовы. Вайда, Вайда, поднимите. Алло, блядь, лоха дайте ему что-нибудь, блядь. Блядь, нечаянно ж... Блядь, а кас чё? Кас не будет. Да всё, возьмём. Поиграйте в босса, я могу в самом деле. Башня схода. Если чё, Рога, если видишь, там кто-то под кривом стоит, сбивай кас. Встану. Он не сбивается. Сбивается? Ну попробуй, охуенно. Сейчас только что висел его стан, не сбился каст. Башня схода. А, ложитесь, падайте. Свейдился. Почему он туда убежал, интересно? А потому что там, он там типа Саня стоял, походу у него чарнул стоял. А чё у вас там хуйня? Ну моб свейдился, резнулись мобы. На ком-то резнулось. Да угорайте, что ли. А чё если вот этого такой большого убить? Дом. Если ну, большого убить ворота не да откроют. Да не надо, не надо, вот сюда, вот я стою, вот просто все, абсолютно все сюда стоим, ну, стоим, и все, а ты вот ворачиваешь. Нам все. Только с мобами, блядь, повезло, нахуй. Попадаем кто-то. Падайте, кстати, не хильте. Смотри, Хант, мы как делаем? Рога бежит, дает блайнд, мы все спокойно заходим в комнату, все до единого, только потом начинаем бить, а ты зачем-то раньше времени начинаешь его хуярить, зачем, я не понимаю. Типа, дай спокойно зайти, там времени вагон еще. ДПСит. Всех вайпнул, нахуй. Бомжами. Убак. Мы стоим? Давайте быстрее, у нас еще время есть на один трай. Сколько там дарит будто? 13 минут, хватит. Речи, не фкашим. Давайте, быстро, подбежали, все сели, рыбу есть. Долго эти, между траями херню занимаемся. Вообще, прям пиздец. Босс, по сути, гринд этой арены, когда рандом хороший будет. Ну и типа, зарядить ребят, на которых там нормально все в комнате. Настя, давай ножка, левая, правая, ай-два, давай. Опа, блин. О, рыбку хаваешь. Давайте быстро рыбу ешьте, давайте бафы, каска, кулак, пристабаф, вся хуйня. Кулака нету пороги, дайте кулак. И каск. Сейчас... И кулака. Сапроты кому надо? Можно кулак пороги? Дают. Давайте чек на готовность. Давай. Поехали. Давайте под ворота пошли. Незваные гости. Кто в комнату идет, давайте резче заходите. Не ждал, был бы арт-стайл, был бы еще легче. Погодите, вы? Я помню вас. Да, блять, ну арт-стайл, Денис. Грудя, блять, вот это, который половина груди, блять, нахуй. Как... На пол сисечки.
Пробудитель, объем. Сейчас он мог этого добить, кому как-то. Квадрата башня была. Стоим. Пробудители, бьем. Отошли. Сейчас он в луне бьем. А, быстро перебегаем, быстро. Сейчас на правую сторону перебегаем, все, рога беги туда. Просто бежим и... Налево. Взял контроль. Все понятно, пацаны. Нормально, давайте это потрогаем вот эту молнию. Падайте. А что? Заходите в молнию, блядь. Да, давайте. Да я косякал. Ну что, мы еще раз успеем? Нет, ждем ребут. Идите, курите, 10 минут ждите ребут. Че, мы после рестарта что пойдем? Конечно. Еще время. Как он, блядь, умрет? Сам от старости или что? Я надеюсь, это так и будет. Походу, он завещает всю йогу. Так, по 11-му, ну, нормально, ладно. Не, блять, ну это пиздец, Мимирона убить, да, Анаториме, это пиздец. Ну, на просто. Ну, люди, надо, чтоб одевали, что это, блять, за бомжи, нахуй, 210-й, пиздец, вы что, не можете себе крафтовый шмот купить, кольцо там, Кирентура, я ебу, блять. Воруйте, блядь, там почку продайте, блядь. Зайдите, блядь, голды купите, блядь. Дебилы, блядь. Бесит, сука. Масочек надо, блядь. О, слышите, подождите, а у кого у нас есть крафтовый этот, сапоги тканевые с хостой, которая? Корец. Нет. О, так, подожди. Хаст-дух, который? Да. Ду-хаст. Ду-хаст. Вячеславович, блядь. Две сферы осталось в банке. У меня, короче, даже две сферы у меня есть, не упало с рулетки, две сферы. Сколько, три осталось сферы? Богато, чё. Ну, я их возьму как раз сейчас. Пипец, а мне 25 ОД падает уже третий день подряд. Так, а где? А у кого-то есть рецепт на ботинка латная? Хаскри? Да я бы сам взял. Так, где, подожди, туфли чар, колдовская ткань. Я пошел, короче, я полетел пока. Нати шкаф, блядь. Я не пойму, а чё, блядь, в магазине нету, блядь, 39-го грудака, шо, Хторима никто в Хайме не убивал? Верно. Эти же не... А ГГУП ничего не убили, разве в Хайме? Ну, нет его в магазине, вот смотрю. Ну, может, там неделю, они сколько движут. А хочешь купить? Не, просто интерес. Так, одну надо будет купить, сейчас получается еще. Чтобы пока в Долоран, да, слетать? Саня, а у тебя ткань не осталось? Хау. Нет, осталось. Все? Колдовская? Колдовская и синяя. И какая у тебя есть? Колдовская у меня. Тамам, подожди. Рок на черную, если что. У тебя прок на черную? Угу. Я себе прок вообще никакой не брал. Надо будет взять. Так, блядь, сверка надо купить. Ну, ГБ есть темные, короче. Эти, ну, извечная тьма. Блядь, 5000, нахуй. Ладно, я одну куплю, хуй с ним, 5000, блядь. Саня, башта в группу. Пошла какая-то, ребят. 33 мегабайта, блядь. Сейчас выкинет, ребутимся. Я на голду же идти фармить, блядь. Все заканчивается, блядь.
И чё, пересобирать надо, что ли? Угу. Чё, Ро, да? Я пошел спать. Выходите спать. А что, они шмот добавили, да? Да хуйня, это что-то старая хуйня у них. Да не, ну что-то пишет. На сейчас? Да. Этот. Добавлю магазин Т8. А он и был. Но. А, да, тогда без понятия. Так я подписан на события. Чтобы шмот 226 уже добавили. Они добавили, блять, одну какую-то, я смотрю, шею добавили. 19. А, 19 они подобавляли шмот. Плечо 19. А, за ОД? Да на какой нахуй ОД, блять? А. Кому ты нахуй со своим ОД всрался, блять? Дай денег, то только дай денег, блядь, нахуй. Какой нахуй ты, блядь? Админы же они добрые, не корыстные, они все ради себя. Конечно, блядь. Руку тебе по локоть, нахуй, отцапают, блядь. Скажи, так и было, блядь. Да нет, скажи, мало, блядь. Купил голову, 10 тысяч, нахуй, давай сюда, на рублей, блядь. Мало. Мало половин, мало половин. Они триллер сумел надавали в магазин. Подсумайте меня, пиздязи. С Мимирона, с вот этого ублюдка, которого мы траим, добавили триню. Мне ж интересно стало, палец светится, что добавили. Не добавили нихуя, понял, блядь. Короче, они хотят денег. А в ебасус они не хотят. Деньяр? Приказ двух ног, нахуй. Точно на втором этаже парикмахерской? Да, там кресло есть. Чё вы там делаете? Да, блядь, меняем эту сучку. Слишком большие груди. Делаем сучки прицепки. Делаем еще больше, блядь. Трясутся. Мешают хилить, блядь. Шмарлопа, так ты ее в топик, нахуй. Что прям билбот. Да не мне мешают, Арчи мешают, блядь, хилить. Что прям билбот. Я говорю, что билбот, и наступал прям на них. Давай, блядь. Он за них рейд не видит, да? Ну. Закрывается. Слушайте, где народ? Хиллбот закрывают. Какой народ? Адамир, Марлу. Еще кого-то не хватает. Давай их. Еще какого-то друида не хватает. Буксок. Блять, ну один нахуй да найдет себя. Нет, мир из всего. Я вот даже дискорд помню. Походу буксон наигрался. Средство, где Алиса? Сейчас отдыхает. Ну сейчас нет. Я смотрю на ваш лайк. Ну почему не участвуешь, я не пойму, только смотришь. Я не могу участвовать. Это радио, авторадио. Надо или заводить еще одну жену, которая будет детей нянчить, блядь, или няньку. А родители на работе. Поэтому что-то не делал, бля. А ей персонально отдельный компьютер, блядь, комната, чтобы ее не беспокоили. Вся хуйня. Срез такой сейчас сидит, думает, бля, хорошая идея, да? В принципе, я предлагаю роль няньки, бля, гарнитуру Арчи. Хорош, бля. Выбухать, да? Бухать только научит, ты гонишь что-то, да? Интересно, кто... И я могу научить бухать. Очень интересный конкурс будет, в принципе. Я думаю. Увлекательными глазами.
полторашку ну, залпом. Егор говорит, что попросите мана, он понянчит вам детей. В кочегарку волочет. Сейчас я вас научу кидать уголь нахуй правильно. Как правильно, блядь, руку заносить, чтобы уголь было печать. Он нахуй, а за что-то они у вас черные, блядь. Black Lives Matter, да? Что ты сказал? Ты с кем говоришь? Где ты тут нигера нашел? Эти российские шуточки всегда заходят. Как я шо буксол? Все, ушел, блядь. Он такой, блядь, ебал я рот нахуй, блядь. Ваш артен. Не, ну в принципе, да. Что-то как-то... Сколько мы тут потели, как бы, результатов нету. Как я вижу 27 человек в Дискорде, а в рейде, блядь, у нас присутствует почему-то, блядь, только 23. Ну, Саня, нет, Жета, нет, Мав, Келлани, блядь, у него нет проходки. Минус 3, уже считай. Надо было проходку. Я предлагаю всем, кто остался, дать ЕПОЙ, да, отпустить на вольный хлеба. А я предлагаю его додушить его. Да как ты его додушишь без 4? Мы как бы без одного не могли. Без двух. Вас уже 3 часа душат. Саня. Я не хочу за вас. Я буду тебя до конца. Часто рейд из одного чувака. Я бы тоже подушил еще часик хотя бы. Не змея. Давай там сидимся, сейчас столом душим, нахуй, часик, блядь. Час ушел, часа, нахуй, там... нахуй. То один, блядь, уйдет, то второй, то, блядь, не зайдет, нахуй. А, блядь, даже через чужие колонки уже, нахуй, слышу. Срез, просто объясни детям, что мама нужна взрослым дядям сейчас. Там что-то столовку. 23 взрослым дядям. Не, ребят, литературе в муте сидит, сука, да? И, блядь, я его слышу через чужие колонки. Чё за хуйня? Вот так вот, хуй ты от него отвязал. Это тебе карма, блядь, нахуй, понял, козёл. Ты приебался один раз и пиздец. Дай чипати, пока не вылетел. Кому, кому? Боксов. Плюс они в гильдию. Дал, у меня свет только включили, света не было. В посёлке отрубали. Ну давайте пробовать тогда. А что ты в шестую пути закинул престол? А у вас там сейчас свет, типа, когда с сервером, да? Ибо когда сервер работает, свет тоже. Не, у нас третий день. Так же хилить неудобно, блядь. Так, а что вас ты распределил? Получается, четвертая, пятая идут в комнату, да? Третья, четвертая. А, так же идет третья, четвертая? Угу. Сумните меня, блядь, то я нахуй тут нахуй. Нахуй? А хил у вас, вы одного хила идете? Да. Да, у нас там вот Демир справляется. Так, а ну давайте определимся. Марлу в хиле. Груди, Буксол в хиле. Суф, Сова. Ничего, не вообще волка почему-то. О, там Эми зашел. Тебя почему? Кто? Эми. Хау. Это лог. Эми Ванхаус наш топовый. А где он? Ну, все сейчас в гильдии. А ему пати уже кинул. О, сейчас задамажим нам. Закидывай, я закину их в пати, потому что так неудобно, блядь. Так. А у кого прок на огненную есть тут рейде, а? Ткань. Чего? На огненную ткань, у кого прок есть, братняшки? Ты никого нету, что ли? У меня на локе есть. Отошел на минуту буквально. Все, все рядом. Став рыбу, ешьте рыбу. Здорово, Диман. Эми, ты в Дисе, нет? Вот это? Так, Димон в Дисе. Димон, ты в этот остаешься здесь внизу, в комнату не идешь. В комнату идет четвертая пати, Рога и Нечаянно. Все остальные тут. Все, кому нужны саппорты, обмен на запаку всех.
будете метки переставлять? Сейчас поставим. Еще сделаю на СПД 2. Еще кому саброты нужны? Что, Макс, сделал ножки? Что там, все готовы? Нет, я тут. А вот этот баф от моба, он кастером тоже касту увеличивает? Прист на баф. Всем увеличивает. У меня подписано окно, нахуй. О. Если будет два моба в МК, они дают два, блядь, больше, чем Гера, нахуй. Это только когда мобы, типа, а когда босса бьем, они еще пропадают, да? Они есть, их надо не проебать. А, их не проебать еще. Бля, надо стоять в печеньке, блядь, будет, а Ладомиру, литературе и Хао, вот там вот втроем, блядь, как-нибудь там рассредоточиться чуть-чуть друг от друга, блядь, так и держать босса, этих мобов. Я тогда босса в соло нахуй разъеболил, блядь, под этими бафами. Ох, соло разъебал. Давайте, все готовы. Давайте, раздупляемся, подходим, заходим за ворота все. Марлу, Буксол, лут поменяй, Саня. Все, приготовились. Поехали. Поехали. Там еще одного грифа. К воротам идите, кто идет, заходит в комнату. Кого назначали? Четвертая пати, Рога и Нечаянно. Блин, а может мы еще до кайсера дальше, чтобы быстрее было? Типа мы так справляемся здесь. Нормально все, так и есть, идите. Нечаянно, что ли, завис? Нечаянно, это вылетел? Да, вылетел, по-любому. Заебись, блять. Лунная походка от совы. Хуя на начало, блядь. МК? МК его. Лёша, это твой. Следующий Саша твой. Все, этих просто заливаем. Сова же разгоняет. Тан-та-та-та-тан-тан-тан. Стойте, 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 стойте. Ебать, а хули их 4 прибежал? А ты... Пролетит? Все, побежали. По правой стороне держимся. Нечаянно, ты что там на встал? Левую перебегаем, на левую. Он вылетел, нахуй. Давай, блайн. Забегаем все в комнату и вот сюда под правую стенку. Вот сюда под правую стоим просто и в нее упираемся. Пробудители бьем. Вот этого моба приором сейчас заливаем. Этого моба бьет. Пойдите, заряжу. Блять, слишком много мобов. Я нихуя не помню, какого хуя 4 защитника пришло сразу, блять.
Ну потому что это вот рандомное дерьмо. Пробудитель, он хуй знает где кастует. Один и второй. Есть груди забафать. Завоеватель, объем резко. Еще раз завоеватель. Ебать, мой спарился. Это наш АМК. А. Это тоже? Отошли. Нет, это новый. Какой молодец, рога отъехали, красавцы, блядь. Грубо клип словил, хуй знает, да, таким образом. Надо внимательнее быть. Этого лопаем резко. Этих просто заливаем. Он там долго еще? Да, да мы не успеем, походу. Ну, строго уехал. Тут два ДПСера и еще наверх те. То, что совы не было. У нас сейчас минус 3. У нас получается, блядь, нечаянно нет. Сухо. Рога уехал, блять, хант уехал. Ну, ладно, давайте вапим, не будем тратить время. Подойдите все под молнию, там стопните хил, вся хуйня. Под клиф, да? Отпустите этих мовов с МК, пусть они нас убьют быстрее будет. Нечаянно, ты игру обновил? После их был дисконнект. Ну так выйди, обнови. Там 30 метров обнова. Ну, если я не обновлял, он ничего не вылетел. Неудачники, заборыши. Команда вайп даже нахуй.